Всем здравия, здравия. Где же у нас Велеслава? Яр-яр-ила, 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 яр-яр-ила. Яр-ила, яр-яр-ила, яр-яр-ила. Так, ожидаю. Хакасия приветствует Можайск. У нас еще, ну, такой, можно сказать, день завершается, еще солнышко высоко светит. Вот я вот в лучах нашего можайского солнышка, вот его прям передаю, что вот здесь солнышко. Солнышко. А у нас идет снег. Могу показать, какой у нас снег выпал сегодня, представляете? Да. Замечательная погода, прекрасный снегопад. А, вот я вижу, да, у вас снег. Вот. Ой. О, замечательно, да. Да. Хакасия снег, а у нас солнышко, и все почти что растаяло, весна красна пришла, снег в Хакасии идет. У нас прямой эфир, Можайск, Колосвет, и родные истоки Хакасия. Мы сейчас с вами, я Кот Баюн и прекрасная Берегиня из чудесной страны Хакасия, Велеслава, правильно? Да. Велеслава и Баюн, проведем с вами такое очень приятное время. Мы вам расскажем о нашем фестивале, который будет проходить как раз-таки в Хакасии. И я хочу сразу всем сказать, что мы вот всех приветствуем, кто нам уже зашел на прямой эфир. Мы всем очень-очень рады. И мы расскажем не только о фестивале, но немножко расскажем о том, чем мы занимаемся. А занимаемся тем, мы, что сохраняем родную традицию, то, что мы бережно стараемся передать будущим поколениям, подрастающему поколению в особенности, вот сокровищницу знаний наших предков. И с Велеславой мы давным-давно уже родичи, не просто родичи, мы сотрудничали по проведению очень крупных фестивалей в Крыму. Он так и назывался, фестиваль «Хранители народной культуры и древней традиции». И вместе с Велеславой в прекрасный один день, 22-й это было марта, когда уже прошел референдум, мы проводили лододение на центральной площади. И это была самая большая у нас капустка, это у нас был, ну, по крайней мере, может быть, капустки есть и больше, но то, что это был самый большой танец кота Баюна, это точно. Сколько там было, 230 человек, я не помню, но это такой был наш опыт, который мы потом перенесли, уже вот сейчас переносим в не менее удивительный центр такой планеты, в сердце нашей Родины, это Хакасия. И как раз вот таки мы сегодня с вами пообщаемся на тему нашего фестиваля. Я слово передаю Велеславе. Да, мы запланировали несколько тем обсудить. Но очень будем благодарны, если вы будете записывать вопросы, поскольку у нас множество задумок насчет этого действа. И хотелось бы услышать также от вас обратную связь и вашу заинтересованность в виде вопроса. Вот. Итак, мы запланировали провести команда, скажем так, наших боевых подруг в Хакасии, совместно с многими мы называем вещунами, поскольку слово «спикеры» нам не нравится, вот, вещунами из разных уголков нашей необъятной Родины и не только. Вот сегодня я расскажу о том, какие к нам удивительные люди, мастера своего дела, будут приезжать на фестиваль. Кроме того, в нем заложена очень интересная идея, глубинная идея, которую мы хотим провести. Задачу мы ставим всем ведущим абсолютно одинаковым. Она заключается в том, что их непростая задача заключается в том, что они должны людей, каждого человека поднять до седьмого неба.
Вот, вот да. Скажи, пожалуйста, ты бываешь на седьмом небе? Бываю. От счастья бываю на седьмом небе, от радости бываю на седьмом небе. И седьмое небо – это очень ответственное небо, потому что именно седьмое небо – это план служения, связи с высшим началом. А это предполагает во многом именно путь сердечности, самоотверженности, я бы даже сказал, подвига, потому что вот мы, по сути, свои подвижники, и это очень важно. То есть это не получение удовольствия, седьмое небо, это именно приобщение высшему свету и умение привнести этот свет в повседневную жизнь. Во как завернул. Вот так вот. Да. Вот, каждый день фестиваля посвящен определенному состоянию, то есть определенному небу. И так вот к концу фестиваля мы поднимемся, на третий день фестиваля поднимемся до седьмого неба, и в заключительный день мы завершим его таким образом, чтобы каждый человек это состояние уплотнил и вернулся в свой мир, привычный, обыденный мир, но уже вот таким плотным, уплотненным, уплотненной оболочкой своего существования, существа для того, чтобы вот уже с этого уровня какие-то дела совершать в своей жизни. Ну, то есть я хочу напомнить, что фестиваль пройдет с 1 по 4 августа, и когда вот этот наш прямой эфир мы выложим на канале YouTube, но он такой наш общий, сказок «Кота Буяна из Колосвета», на самом деле он для всех. Его можно будет всегда смотреть. Его можно будет смотреть на наших контактах, в тех наших средствах массовой информации, где, я правильно понимаю, Велеслав, будет написано, как туда можно попасть, как туда можно зарегистрироваться. Да, да. Вот. Да. Но мне бы еще хотелось сказать, что действительно уникальность самого фестиваля еще заключается в том, что он соберет сильных, светлых людей в очень сильном и светлом месте, коим является Хакасия. Правильно? Совершенно верно. А вот все ли люди добрые, вы знаете, я всем всегда рассказываю, что в Хакасии живородящие камни. Кто знает о том, что есть в Хакасии живородящие камни? Вот, напишите нам. Кто знает, что в Хакасии есть озеро наполовину соленая, наполовину пресная, вода никогда не пересекается. И вообще в Хакасии очень много чудес. А я добавлю, а кто знает, что есть в Хакасии древняя обсерватория старше Стоунхенджа? Итак, итак, все, кто ответит на наши вопросы на фестивале, получат от нас приз. О, как мы хорошо с тобой придумали. Да. То есть в каком конкретно будет месте, расскажи. У нас на севере Хакасии есть Ширинский район. Он знаменит своими вот солеными озерами. Это, можно сказать, туристическая мека Хакасии. Туда приезжает очень много людей отдохнуть с окрестных регионов, а также со всей России. Честно сказать, я сама крымчанка, и когда я побывала на озере Белё, я смотрю, ну это же море, ну какое же это озеро, оно такое удивительное, такое ласковое, такое светлое. Единственное, в чем отличие от моря, в том, что противоположный берег видно. Представляете? И в Хакасии есть все. Есть и горы, есть и бесконечные степи, и красивые, потрясающие пещеры удивительной красоты. Более того, они очень мистические. Паранормальные явления там происходят регулярно. Действительно, Хакасия, вот мы как бы ее немножечко город открываем. Есть, город великанов есть, город великанов. Страна, я бы даже сказал, великанов. А вот лиственницы вековые, кстати говоря, все ли наши телезрители, дорогие родичи, знают. Я, например, недавно только задумался, у нас в деревне, я кот Баюн из Колосвета, мы живем на Можайской земле в этом культурном центре Колосвет. Мы заготавливаем дрова, то есть мы батюшке Вересу низко в пояс кланяемся, мы очищаем лес от сухостоя, таким образом лес очищается. И сухая ель, когда мы ее свалили, вот она сколько? 47 метров. И домовой мне говорит, 50 метров – это 16-этажный дом.
я на эту тему задумался, а потом вспомнил, какие лиственницы вековые именно в Хакасе, в Красноярском крае. Это где-то 80 метров. То есть это уже, ну, не знаю, там можно подсчитать, там 18-20-этажные дома. То есть наши города, мы кичимся вот этими огромными городами, высокими, они маленькие. Я про Секвойю молчу, она 100 метров. Но, то есть, конечно же, вот именно повидать такие вот мощные, живые, мудрые деревья, живые, мудрые камни, озера можно только-только в Хакасе. И действительно, это земля, наполненная огромным-огромным смыслом. И, кстати, фестиваль будет проходить на турбазе Пайтыт, которая в переводе так и означает «большая лиственница». Это большая, огромная поляна среди огромных лиственниц. Это словно, вы знаете, вот как в фильме «Аватар», дерево Эйвы. Сидишь под ней, и такое ощущение, что слышишь, как они между собой общаются. Это действительно место силы, где вот проходит фестиваль, и там, вот, понимаете, вот настолько удивительно происходят чудеса. Природа откликается моментально на какие-то посылы, на какие-то запросы. На небе происходят невероятные вот приключения с облаками. Мы постоянно смотрели и удивлялись, как такое вообще может быть. Вот. Делисат, ты не поверишь, мы не договаривались. Я об этом не знал, что будет проходить делиственниц. Мне сегодня ночью приснился сон, как будто мы проводили мистерию в лесу. И теперь я понял, где мы ее проведем. Это будет мощное-мощное действие такое, именно мистериальное, солнечные мистерии. Это тоже часть нашего фестиваля, и это будет волшебно. Вот мне Танюша Олегна, наша ведущая, напоминает, что даже на этой поляне эдельвейсы цветут. Представляете? О, красота! Эдельвейсы. Да. А я, кстати, хочу теперь напомнить, что у нас там в программе будут мои музыкальные импровизации. Я уже предвкушаю, как это будет звучать музыка среди волшебных лесов, вековечных таких дерев, звезд прекрасных, и она будет прямо рождать в сердце нашу радость. Встреча Хорошо, Солнца, конечно, да, у нас будет обязательно встреча Солнца. Да. Немножечко, может быть, о программе рассказать? Да, я вот хотел бы, чтобы ты рассказала теперь о программе. Итак, 1 числа, 1 августа 2019 года на турбазе Пайтыт мы встречаем наших участников. Встречаем, провожаем на места расположения. Большинство будут поселяться в палатках, потому что это зона, большая поляна, где прекрасное место для того, чтобы можно было пожить на природе, отдохнуть от этого домашнего такого вот, домашних стен, от кича какого-то, вот простота и такой непринужденный туристический настрой. Вот. Конечно же, для тех, кому нужны будут удобства, будут предоставлены их очень немного в ограниченном количестве места. Если уж совсем кому-то нужны удобства, а мест нет, то это Ширинский район, он полон гостиницами, где в любом случае можно найти себе место, где остановиться. Итак, участники расположились, и уже ярмарка работает, уже будут работать мастер-классы в свободном режиме. Каждый может пойти познакомиться с теми или иными мастер-классами или площадками. Будет карта фестиваля предоставлена для участника, удобное расположение площадок фестиваля. Со всем этим участники ознакомлются в первый день. Далее их ждут шаманы. У нас есть очень сильные шаманы. Я надеюсь, что соберутся целый круг шаманов с Хакасии, Тувы, Алтая, которые проведут обряд очищения. Дело в том, что мы с тобой знаем, что каждый из людей накапливает в своем поле какие-то чужеродные включения. И вот от этих включений шаманы почистят каждого. Это действительно... Извините, да, я перебил прямо, потому что очень важно, мы приходим в гости на священную землю Хакасии, и нам нужно получить благословение духов, не нанести туда грязи, и это, можно сказать, это вежливое отношение к нашей земле.
Вот и ты правильно говоришь, благословение. Вот после очищения у нас ужин наступает, открытие фестиваля, мы познакомим участников с программой, там уже будет концерт, откроет нам фестиваль, надеюсь, что это будет наша певица Велислава. Вот. И затем наступит обряд благословления, то есть нужно будет попросить духов местности, вот эти вековые деревья, небо, землю, матушку, для того, чтобы все сложилось как надо, попросить благословения. То есть это шаманский также обряд. Я думаю, что и вот ты присоединишься к этому обряду. Со Светланой Викторовной вы знакомы прекрасно. Вот, нам шаманка Светлана Викторовна Бутусова, вот, небесный шаман. Поэтому в совокупности проведем этот обряд и попросим благословения. И вот каждый участник уже почувствует, что окунулся, вот очутился словно в другом месте. Пространство моментально меняется, и наступает уже полноценный вот такой фестиваль. Мы его продлили, в отличие от прошлого года, сделали на день дольше, для того, чтобы вот люди могли как можно дольше побыть в этом поле, в этом пространстве. И следующий день уже, конечно же, будет открывать зарядка, встречи солнца, зарядка. То есть мы будем работать физическим, да, с физическим планом, с физическим телом, для того, чтобы каждый вот почувствовал свою природу, пробудил тело, зарядился, вот силушку свою богатырскую прокачал. Все будут проводиться, для всего этого будут проводиться зарядки. Их может быть несколько направлений разных зарядок одновременно, кому что ближе. Каждый отправится к своему мастеру. Встреча солнца будет общая, проведет Светлана Викторовна. Вот. И затем уже начнется завтрак. И участники, кстати, вот здесь после завтрака, в первый день, тебе, Баюн, будет слово. Да. На всю фестивальную площадь рассказать о семи планах бытия. Да. Согласен? Согласен. Да. А я еще хочу напомнить, что еще на концерте мы исполним гимн нашего фестиваля, который уже он вызревает в волшебном саду, и уже мы обязательно перед фестивалем мы опубликуем его текст, чтобы все его знали, и мы все вот будем славить наш фестиваль. Браво! Ура! Да, и, кстати, еще я постоянно спою. Вот. Мне хочется сказать. Здорово. Мы будем все петь постоянно. Мы все будем петь постоянно. Итак, лекция про семь планов, да? Семь планов бытия. Да, мироздание. Угу. Потому что надо же знать, куда мы отправляемся. Поэтому люди... Путеводитель по 39-му царству. Путеводитель перед началом, скажем так, важный элемент. У нас будет, кстати, параллельно затем идти лекции, занятия, семинары на семи площадках. Пока у нас запланировано семь различных площадок. Детская ярмарка, эзотерическая, площадка здоровья, мужская, женская, семейная. Вот на этих всех площадках будут вестись параллельно, одновременно мастерами своего дела занятия. И будут касаться эти занятия именно физического и проработки уже эфирного тела. Вот. Затем мы переходим на астральное тело, прорабатываем уже следующие параллели занятий и так далее. То есть вечером ждет всеобщая такая медитация, практика для всех, где вот на площади мы снова соберемся фестивально и проведем обряд, мистерию, дары стихиям. То есть мы каждый почувствуем природу, матушку, проявление стихий, каждый в себе узнает, проявление наиболее какой-то определенной стихии почувствует, подружится с ней. И да. Вот тут уже Баюн проведет, поможет нам составить красивую вот мистерию. То есть у нас уже есть образы, задумки. Вот я уже вижу, как это происходит у огромного костра. Вот, и мы под звездным небом. Таня пишет на карематах. Ну, это еще до звездного неба. Это еще будет солнышко светить. Вот у нас будет такой обряд мистерия. И уже, я думаю, я писала, конечно же, в анонсе, что я думаю, что в эту ночь уже никто не заснет. Потому что в такие моменты, когда душа тянется к другой душе, вот по ниточкам судьбы встречаются люди,
Я помню, как мы вот первый раз познакомились, насколько было вот на фестивале, о котором ты говорил, насколько было жалко тратить время на сон. Мы сидели до трех часов ночи, общались, пели. Мы сидели у костра, а в пять часов уже ко мне приходили в начале полшестого, а уже в последний день, вообще в пять мы уже начинали встречать солнце, потому что нам так хотелось пообщаться, попеть руны. Мы же будем с вами руны петь, славиться, родовые. Нас будет замечательно. Некогда спать. Некогда спать. И вот когда мы уже не поспавши, встаем встречать солнышко. Здесь уже Баюн тебе будет слово. Мы попросим, чтобы ты провел для нас всех гимнастики, ладование, пел гимн «Восходи, дочь Бог, руда света». Это мы все выучим, все будем встречать солнышко, мантры волшебные. Вот все, что ты пожелаешь, вот здесь вот на второй день, точнее, это получается уже третий день фестиваля, это 3 августа. Да. Ты для нас вот откроешь. Да, мы будем петь руны, заговоры. То есть вот как раз такой наш славянский вариант мантр. Хотя мантры это тоже наше все, наследие единое. Но многим будет очень интересно. Вот, Интересно. Такое. Все нам интересно, особенно как это проявлено в разных традициях, в разных культурах. Да. У нас на самом деле соединяется на фестивале и Запад, и Восток, и Юг, и Север вот нашей Родины. И, может быть, даже, надеюсь, может быть, с Камчатки кто-то приедет. Вообще будет огонь. Да, мы всех приглашайте Камчатку, мы будем встречать с большой радостью. Вот. И следующий день – это уже непосредственно дорога на седьмое небо. Здесь каждый мастер будет работать на одну большую цель, чтобы человек поднялся, ощутил это в себе, ощутил друг друга как часть себя, всю Вселенную, как общаются деревья, как звезды между собой общаются, как это все мироздание связано, как мы все частички одного большого живого организма. Вот. Вот эта задача большая такая, прийти туда и, вы знаете, вот с этим вот посылом что-то такое, какой-то образ для всей нашей планеты загадать волшебный, чтобы он непременно сбылся. Потому что наш великий соотечественник, я бы его назвал русский космист, Гаврил Романович Державин, он написал «Воде Бог». Частица целой я вселенной, поставлен ниться мне в почтенной средине естества я той, где кончилась тварь интересных, где начался и духов небесных, и цепь существ связал всех мной. И, кстати говоря, мы даже Суровар ее поем, эту вот эту замечательную оду Державина, и там как раз все то, что ты сейчас сказала, там вот все как раз описано. Вот ты пространством бесконечным. Вы в движении вещества. То есть это как раз будет вот соединение «все во мне, я во всем». Так уже и есть. Это, кстати, предвкушаю уже. Наша такая мантра, пока что еще не гласная, но вот эта мантра, можно так сказать, нашего фестиваля. Частица целой Вселенной, я есть все, все есть я. То есть каждый человек должен вот в это вот проникнуть, в это, да. И вот этим дальше идти в жизнь. Кстати говоря, когда Гаврил Романович Державин написал «Оду Бог», он написал ее на одном дыхании, вокруг развивался белый яркий свет. Он об этом написал в своем дневнике. И я хочу сказать, что напомнить всем, что наш фестиваль еще проводится при поддержке Центра народных традиций Всероссийского социального движения «Русский лад», которым руководит Ольга Александровна Торопова, наш академик, руководитель нашего этнокультурного центра и член Верховного как раз совета Всероссийского созидательного движения. Они с Олегом вчера только были в Государственной Думе. И как раз-таки наш фестиваль, он является плановым нашего центра. И просто мы хотим, чтобы все поняли, что наш круг, да, он очень большой, и мы ведем работу не от фестиваля до фестиваля, а мы ведем работу постоянно. То есть мы на постоянной связи, и вот Велеслава проводит, и на Камчатке проводится, и вот в Тамбове к нам вот Алексей тоже подсоединился, Яромир, и в Крыму,
и даже в Индии далекой уроки лада. То есть вот как наладить в себе, да, вот как лад создать в себе, в семье, с природой, с народом, с космосом. Вот об этом как раз наше «Седьмое небо» фестиваль. Ведь 7 нот, да, всего лишь 7 нот в мире, 7 нот. И из 7 нот создается такое удивительное волшебство, огромное волшебство фантастически прекрасной музыки. И для того, чтобы это создать, нужно настроиться, создать вот этот лад, наладить. То есть на нашем фестивале мы сможем с вами, знаете, вот инструмент, чтобы звучал, надо, чтобы он был выстроен. То есть надо, чтобы с камертоном все струны были выстроены в музыкальный лад. То есть чтобы все было налажено, то есть чтобы не было фальши. И вот как раз для этого наш такой прекрасный фестиваль. Да, кстати, что будут занятия у вас для деток. Вот что это за занятия? Да, да. Вы знаете, мне очень нравится вот эта пословица японская. Хочешь победить врага, воспитай его детей. И я прямо вот всех приглашаю на наш вот этот канал на Ютубе «Сказа кота Бьюна из Голосвета», где есть целая передача о информационной безопасности, потому что мы для чего все это люди добрые делаем. Вокруг общество потребления, оно очень агрессивное, оно использует манипуляционные технологии. И это не только в гаджетах, это очень много всевозможных средств для того, чтобы просто шло потребление. А мы с вами работаем на общество созидания, поэтому это нужно начинать с самого начала. То есть в ребенку нужно заложить то, что делали наши предки. И вот наша программа, это программа раннего обучения, методика нашей Галины Борисовны, называется она «Бабушкина школа». Это программа «Окружающий мир», уроки лада, именно как сохранить наших детей, чтобы они выросли созидателями, чтобы они были, человек были, был с большой буквы, а не такой винтик, который, мол, ну, как вот сейчас вот это общество потребления. Ну, представьте себе, вот сейчас на планете Земля 1% населения владеет деньгами, эквивалентными бюджету всех государств мира. Понимаете, вот это расслоение. И, как говорит наш очень большой друг, писатель Гнатюк, олигархия, это, я прошу прощения, кто сейчас смотрит нашу передачу, это болезнь. Почему? То есть это клептомания. То есть человек ворует, никак навороваться не может. Это уже переходит, такую грань, когда хочется все больше и больше. И это путь никуда, потому что цивилизация наша техногенная, она показала все свои изъяны, и мы не призываем всех вернуться в леса жить, мы призываем к тому, чтобы сохранить вот это созидание. А для этого дети должны познавать окружающий мир. Мы проводим мастер-классы в Москве, дети 4 класс не могут завязать узелочек, теряется моторика. В Советском Союзе смотрели мультфильмы один раз в неделю, 10 минут. А сейчас, что такое вот наш, я не говорю, что это плохо и хорошо, но нужно обязательно, чтобы ребенок общался с жизнью, а не виртуальной реальностью. Я завершу свою вот эту фразу, потому что те, кому нужна нажива, так скажем, мягко, да, им нужно типизировать сознание, чтобы чипизировать. Потому что создать вот такой нейронет, нажимать на кнопку, знаете, как здорово. А мы хотим и индивидуальностями, как каждый цветочек, как каждый камешек, как каждое животное, как каждое растение. А человек, он вообще должен жить на себе. Понимаете? Мы просто это не осознаем, что мы должны проводить вот солнечный свет в этот мир. Мы ответственны и за камни, и за растения, и за животных. Только человек может дать вот эту мощную силу сварги, как говорили наши предки. Поэтому мы должны быть, просто обязаны быть частицей целой Вселенной. И мы должны нести свет, мы должны творить добро. Просто обязаны. Вот и все. Так и есть. Ты очень важную фразу сказал. Действительно, мы вот еще, наверное, сами даже не осознали, но вот
подняться на седьмое небо, зачем спускаться? Мы должны действительно, мы обязаны там жить, да, и приводить эти энергии. Потому что все, я говорю, хватит вот этого духовного паразитизма. Когда люди скачут с фестиваля на фестивале ради удовольствия. Фестиваль седьмого неба, как и все те, которые мы проводили до этого, это именно вовлечь человека в понятие служения, потому что это высший огонь жертвенности, когда мы должны сохранять обычаи наших предков, мы должны оберегать жизнь. То есть это должны, то есть это долг сплошной. Поэтому это не развлекуха какая-то. Нас ждет серьезный труд. А вот знаете, если кому-то кто-то хочет просто вот так вот побалдеть, там это помедитировать в одном месте, потом в другом, приходите к нам, мы вам будем очень рады. Но вы на седьмом небе приобщитесь к понятию служения, к понятию долга, а это такое счастье служить миру. Это просто вот радость. Как здорово ты сказал. А потому что мы так, Велислав, ну ты же у нас была, то есть мы же так живем. Вот ты знаешь, вот простой вопрос. Мне тут недавно один человек сказал, говорит, что-то мне неохота работать. Про вегетарианство просят нас рассказать. Сейчас обязательно расскажем. Что-то мне не хочется, говорит, работать, вот что-то у меня настроения нету. Я ему говорю, ты отец семейства. У тебя дети, я жена. И вот теперь вот представь себе, вот жена скажет, ой, чего это я не хочу рожать. Или она скажет, ой, чего-то я не хочу заниматься воспитанием своих детей. Или врач придет, скажет, начнет операцию, скажет, ой, у меня настроения нет, завершать операцию. А учитель придет в школу и скажет, ой, а у меня сегодня нет настроения проводить занятия с учениками. Вот понимаете, это очень важное понятие, долг. У индусов это формулируется как дхарма, то есть понятие именно долга, дхармы, это очень-очень краеугольный камень, это ответственность. Поэтому вот мы живем на земле, мы можем сказать, ой, что-то у меня сегодня настроение у нашей берегини, скажет, нету доить корова. Ой, что-то я сегодня как-то вот не так на звезды положил. Идешь и делаешь. И весной нужно пахать, а осенью собирать урожай. Поэтому мы счастливые люди, колосвет, что у нас есть ежедневный труд, ежедневная обязанность. И это очень здорово, потому что общество потребления предлагает как раз-таки вариант комфорта, который в человеке закрывает все его огромные способности. Мы с вами летать можем, и общаться мысленно, и светить как солнце. Владимир, я у вас был с семьей, очень понравилось. Теперь приезжайте к нам в Хакасию с семьей. А про вегетарианство, ну, у нас весь колосвет вегетарианцы. Мы есть. И фестиваль будет вегетарианский. И фестиваль вегетарианский. Как же мы будем говорить про любых животных, мы их есть, но это странно. Конечно, вегетарианцы. Вот. Я хотела еще, Володя, знаешь, какую тему поднять? Мы сейчас ведем, можно так сказать, отбор тех мастеров, которые будут выступать на фестивале. Многие очень сильно обижаются. Вот удивительно, да, в другой раз видеть вот это вот проявление такой вот гордыни или какой-то вот вроде бы мастер, вроде бы духовный человек, но обижается. А я хочу сказать, почему мы это делаем? Помнишь, уже, мне кажется, прошло время тех фестивалей, когда сборная солянка, собирались те, кто могли, заявлялись те, кто могли. Была куча площадок. И человек вот окунался в это вот эзотерическое, духовное такое пространство, и потом с набитой головой, непонятно чем, непонятно от кого, вот этими энергиями, практиками уезжал, и потом начинал его распирать. И вот с течением времени, помнишь, мы же познакомились вот в 2011 году, и я, к своему удивлению, стала наблюдать, как у многих людей что-то не в порядке с психикой стало происходить. У кого-то совершенно сдвинулось сознание в сторону вот этого тунеядства. Хочу работать, хочу... Да, вот про то, что ты говоришь. Это такие, вы знаете, вот как хипарство такое. То есть, это у кого-то сдвинулось сознание, они наслушались бородатых дядек про то, что где должна быть женщина, задвигают женщин. А сейчас светлым силам, по большому счету, без разницы, кто мир спасать будет, кто детей, мужчины или женщины будут браться за это дело и нести эту службу. Хватит спорить, у кого перун больше, у кого мокош красивее. Вообще, так,
мягче. Сейчас обязательно отметим на... Сейчас ответим на этот вопрос. Ну, я так, давай договорим тему, что вот да, действительно же... Да, да, очень важно именно, что вот это сотворчество, и не должно быть всеядности, потому что мы просто действительно вот с тобой, мы прошли этот опыт, у нас был фестиваль однажды, где там было все. И вот, ну, мы думали, что вот человек имеет право выбора. И сейчас мы просто... Ну, не имеем права, если мы знаем, что это заведомо ну, может привести к каким-то опасным последствиям, вводить такого вещуна, да, вот скажем, вот этот, в наш круг. Зачем? Если у нас достаточно уже собственных сил, собственный круг высоких таких вот экспертов в этой области, потому что, ну, например, Колосвет, наша руководительница, она была... академиком нашей первой Академии энергоинформационных наук. И я хочу сказать, что это очень серьезно. Мы на уровне правительства знали, какие проекты и куда идет, какие технологии, а сейчас они еще выросли. Поэтому, естественно, мы очень трепетно относимся к тому, чтобы какие знания давались на этом фестивале. И, конечно, вот... Придется потрудиться, да. А если кто-то обижается, ну, ты знаешь, у нас в деревне так говорят, не знаю, как в вашей деревне, а у нас говорят так, на обиженных воду вот. У нас тоже так говорят. Нет, правильно, мы боги на земле, действительно, мы частицы, я царь, я раб, я червь, я бог, это говорит Державин. То есть в нас частица, как верится в книге сказано, божественный ум, это наше все. Поэтому мы должны, естественно, пробудить в себе, стать богами, естественно. Это все так, мы должны развиваться. И климат, безусловно, на нашей планете тоже был несколько иным. И просто я вам отвечу очень просто. В ведах сказано, я имею в виду классические веды, классическую веданту, там сказано, что люди не стали бы есть мясо, если бы к ним не привыкли жертвенники. То есть, когда пошло затемнение света и пошли животные жертвоприношения, отсюда пошло уже мясоедство. На Руси корова была священной, и она, то есть, вот, ну, просто невозможно было представить употребление говядины в пищу. Но вопрос это ясный и понятный лично для меня, и я его, ну, не навязываю. Для меня вот, я же кот бою, я не могу своих собратьев поедать. Вот и все. А потому что от мясоедства до каннибализма один шаг, на самом деле. Ну, я такой вот агрессивный реально, поэтому извините. Вот. Так что вот так вот. Я прямо уже мысленно перенесся уже на эту волшебную площадку, где у нас будет твориться круг. Я потом тебе еще расскажу идею именно вот нашего такого материального действия, которое у нас там проявится. Я очень рад, что мы идем еще вместе с русским ладом, потому что лад – это мироустройство нашей жизни на самом деле. А русый обозначает светлый. Вообще здесь... Очень простой смысл. Он предельно... Все очень просто в этом мире, лишь открывая глаза пошире. Так и так. Есть, все правильно. Да, и у нас обязательно я привезу диск с музыкой, посвященной именно седьмого неба, этому фестивалю, там будет и гимн, и руны, и там будет музыка, поэтому его можно будет потом увести. Это будет тоже такое продолжение нашего фестиваля, нашего слета. Каждого дома. И мы обязательно расскажем о обряде народной коши. То есть вот как можно дома, на даче, где угодно сообразовать пространство, родное пространство света, солнца, как войти в ладный круг наших праздников. Так что, ой, успеть бы, конечно, все мы не успеем, но самое главное, мы успеем, мы объединимся, мы будем связаны друг с другом и будем нести вот этот свет седьмого неба во всех планах. Да.
ждем, конечно, участников и западной части России, и со всей Сибири. Ждем с нетерпением. Со всего мира ждем. Со всего мира, со так всего и есть. У нас, кстати, мастера будут в Эстонии, представляешь? Мастера по рунам. И не только. Рунологи очень славные, семейная пара. На страницах в группе ВКонтакте и в Инстаграме на странице фестиваля можно будет познакомиться подробнее со всеми нашими вещунами, ведущими и артистами. Ой, ну я так думаю, что мне очень понравился наш совместный эфир. Я не знаю, что там подумали люди. Ну, мы надеемся очень, что он понравился всем. И я думаю, что мы еще несколько раз встретимся. Да. Будем, именно наши и про уроки Лады вот расскажем вам. И то есть не только касаемо фестиваля, но, конечно, в первую очередь наши будут прямые эфиры вот этому нашему мостику такому радужному, именно взаимосвязи. Благодарю. Да, спасибо. И мы вас благодарим. Наши слушатели. Ой, сердечки потом это, их нету на записи. Мне очень нравится. О, Катенька, привет. Да. Так что быть добру. Ну вот, наверное, еще раз повторим, да, что с 1 по 4 августа вся информация будет. А вот мы ждем. Она уже есть вся информация и по размещению, и по месту проведения, как добраться. И практически уже информацию о всех ведущих спикерах основных мы выставили. Вот. Будут еще добавляться. Мы ждем еще подтверждения одного известного писателя с Алтая. Вот. Пока что не буду говорить, пусть будет интрига, кто же это будет. Да. Вот, ждем, надеемся, что у него получится, потому как у него очень большое путешествие намечается 5 числа, и вот успеет он или не успеет к нам попасть, будем надеяться. Еще надеюсь увидеть севера народы, которые к нам могут присоединиться, шаманов. Вот обо всех мы будем постепенно, кто у нас уже будет точно заявлен, кому мы уже билеты купим, мы будем всех с вами знакомить. Будем знакомить. Заходите, вот, Владимир, у вас есть уроки по ведическим знаниям. Пожалуйста, заходите на мой канал «Сказок о табу» на «О традиции». Там, конечно же, есть и ведические знания, и русский космизм, и воспитание. Мы вот очень рады, вот с Велиславой все это вот. Наш круг растет, и это не может... Да, у нас еще одна форма появилась. Родные истоки, межрегиональные общественные. Мы должны еще похвастаться, у нас да. Родные истоки. Межрегиональная, правильно сформулирую, а то сейчас. Межрегиональная общественная организация исконных культур «Родные истоки». Прекрасно. Так что смотрите, у нас Всероссийское созидательное движение, у нас межрегиональная организация. Мы прямо молодцы. По-взрослому. Да, все серьезно. Все серьезно. У меня такая мысль такая, что мы можем, если что-то еще ты хочешь сказать, скажи. Если завершаем на сегодня эфир, то я могу... спеть благопожелания для всех. Давай. Я так рада видеть, что мне не хочется прощаться. Ну, давай так завершим благопожелания. Честно, в какой-то момент я забыл, что это прямой эфир. Я просто сижу с тобой, общаюсь, и потом я тебя поймал на то, что ты оказываешься в прямом эфире. Ну вот, от сердца Можайска, от сердца Хакасия, от Колосвета всему свету. Пусть славные будут рода наши, крепкие семьи наши, здоровые детки наши, счастливые родители наши. И радуются пусть пращуры нам, что продолжает дело их солнечное на земле. Боже, дай, что я рила. Светлая сила, я сила.
родца наш храни, Ярила, Ярила, Ярила. Землю бряги, Ярила, Ярила, Ярила. Свят, свята гор, Ярила, Ярила, Ярила. Стая на гор, Ярила, Ярила, Ярила. Русь единит, Ярила, Ярила, Ярила. Свет охранит, Ярила, Ярила, Ярила. Сердца святу, Ярила, Ярила, Ярила. Свет указу, Ярила, Ярила, Ярила. Здравия, родичи, всем счастья, радости, лада, любви. Благодарю. Благо принимаю.